Давайте подойдем, посмотрим наше любимое место отдыха. Сейчас осень, виноград начинает краснеть. Вот мы войдем в этот проем, и вот увидим наше место отдыха. За перголой спрятана комната. Это наше второе место отдыха, где мы проводим с друзьями большую часть времени. И, естественно, наедине наш большой стол, который рассчитан на много-много гостей. Старинная полочка. А на ней стоят вот старые чугунки, тарелки. А вот это вот уже то, что я делаю сама. Это очень красиво здесь. Ой, мы любим есть рыбу. Вот у нас рыба. Декупаж, который я делала сама. Кошки в доме нет, но вот вместо кошки дома мы видим кошку здесь. Кот болеет, тоже декупаж. Вот он в теплом шарфе и пьет молоко с медом. Таблица мира весов. Ну, вот эта вот доска, опять я сделала ее, и она тоже про рыбу, про макрель. Она достаточно вместительная, большая. Ну вот, увидим. Ну, здесь еще одно, то, что я сделала своими руками. Это вот такая сковородочка делается. Ну, это еще раз полочка вот идет. Она отделана золотом. Чайник, которым мы гордимся, это нужно его уже отнести к антиквариату. Вот. Наверху очень трудно увидеть, но если присмотреться, то наверху там у нас на крыше петушок в окошке, золотой гребешок. Он виден издалека, хотя виноград сейчас все уже закрывает. До свидания, мои дорогие гости. До следующего видео.